снимать. Травишки на зиму. Вот так, раз. Ты говори что-нибудь, вот ты, он вот снимает. Вот ты не толкай, прям как кино. Кино? Ты, бабка, ты что-то или много пьешь, или больше меня пьешь, или что-то. Наверное, больше тебе пью. Я сказала, что-нибудь скажи, шарфу. У нас здесь много, больше чего было. А что, потеряли, так и вы снимаете, да? Да. Дома мало было, а чего больше было. Вот эта речка, вот эта речка, с той стороны. Полностью чумами было. И здесь чуму стояли. Чумы стояли еще, да? Да, так мы вот. Еще в Селькупе в 71-72 там да еще здесь. Чумы стояли тоже. Да здесь вот. Около Сидоровска чум стояли. Да, это... А возле Сидоровска ну, тоже было. Потому что раньше домов меньше было. Меньше было, я это и говорю. О, я говорю. Бабая, вот они... знаете? Да. Я говорю, да, я говорю. Это в Сидоровске. Это голубика. Сибиряк. А что вы? Да, природу мы снимали. Хозяйка. Отличный видок. Очень хорошо. Хозяйка совречки. Ну как, нормально. Все, тихо, нормально. Очень хорошо. Замечательно. Сейчас еще кончик. Как бы мне не упасть только. Андрюша, ведро и кастрюлю попадайте. Лица пошли. Хорошо. Все наши люди. Не надо. Здрасте. Здравствуйте. Он болеет, месяцами не выходит, мы его не видим. А его бег привычил. Раньше-то здесь жили, мы часто встречались. Вот там такие месяцами его не видим. Так от Дани Михайловича? Нет. Ирина Семеновна. Точно. А, правильно, мы же у них были. Так а у Чалкина там были? Пустой, она идет, нет, у Чалкина нет, к Чалкину все никак. Все, то замок, то... А он сейчас ягоду собирает. Так, осень, так его не застанешь. Нет, молодец, он старый, он все время на рыбалке, то на охоте, то ягоды. Ну он так один живет, да? Один живет. А куда бабка
Нет, это не тундра, это лесотундра, да? Это лесотундра. Лесотундра. Маленькие такие березки. Ну вот да, дети, мы дети все положено передали. Ага, все ясно. Ну, может, они слышат, но мы их не слышим. Ну, понятно. Ну, да. Вот, вот это рыба тайми. Вот прямо там фотоспушка вставлена, да? 17 ну, килограммов. Это, у меня аж батарейка что-то не очень крутится, поэтому... На рыбалке лучше телевидение показать. Ну, боюсь, что у нас такое качество получится. Первый раз вот он снимает. Да. Не, ну вообще, там... Оператор я еще и тот. А не, не тот. Ну ничего, зато это. Вот ножики. Маша, Игорь, тряпки принеси. Это вот сына. Такой ножик, да? Вот такой ножик. Ух ты. Да. Самодельный, да? Один из этого. С чего лезвие-то? Как из напильника. А, из напильника. Из напильника. Ну, и большой напильник. А, очень хорошо? Видно, ага. А можно свету дать? Свету. О, давайте. А, хорошо. А вы уже нету? Уже нету. А, нет, нет, хорошо. Вот мне сейчас через камеру видно, да? Что светло достаточно. Отлично. Вот. Марья Степановна, хорошо. Марья Степановна, ага. Поглядите на нас. Да. А вы прям сидите. Да сидя, сидя. Прямо гляньте на нас. Ага. Вот. Так с пола снимет, нет? Да. Во, хорошо. Ага. Отлично. Вот, Варя Степановна. Так, сейчас кошечек еще снимем ваших. Ой, кошки колоритные. Да. Все, вы старые. Делайте, а, что надо. Да. У вас просто. Совречка, 12 сентября 1998 года. Бисине молду багадян, бисине хоилду багадян, хоилду бисине багадян, молду бисине багадян, омкалду минду арана. Бисине галактина инжам, бисине багадям, багадям молду, хоилду бисине багадям, хоилду бисине багадям, мабкалду минду. Аргатинул гур я хоилду, ургальдяне молду, хунгальджан, орадвиял абджаме, юлаиям абджам, атиркан ми минду, гунджане. Идуси, идуси, бичосе, мапкалду минду, а я рано, ойл вэманаджам, могал вэманаджам, мапкалду минду. Таргачинороном, джулаи бисине бакаджам, хоилду бисине бакаджам. Тихо. Иби, червяк елы капат на инжи, берегторий лака, прятал в улон часки. Таду. О. Ima ila ni karo rujeru, Vova, Bi, Alyoshka. Ila.
Тур, а я удала. Тур, он бил, перекатывал. А все еду гармошкой, дерево молча в Турханской. Приди, Гача. Подарите она мне. Гача, на лодке ты дерьмочу. Иду. Бьем в чам нам, подарите она мне. Они тоже гучные. Да. У чего так. Ну ладно, ты мама бил руджа. Илла. Да? Илла. Илла, короче. Уйдет на Андеру. Онкол хиндет на Андеру. Индет на Андеру, не. А все волен эти маны? Бихаваду. Бильдинде. Хаваду ей. Ну, потом и лодка, потому что выберу. Алёшка. Бог был, да? Да. Славику я тоже вам иду. Чтобы не любил. Морде. Славику. Ага. Ну, а судьбу, лодка ты не любил? Лодка ты не любил, да. Ага. А то я тогда орунка тогда бедер, орун. Орунки тогда бедер. Синие. Да. Ну, куми до борки бежит. А они не идут. Они не Турханскую до бежит. Красноярск полет, крутой лак. Красноярск до идти. Операция. Да. Ну ладно. Не видел, я это хочу сказать. Сколько не видел? 16 сентября. У нас зима. Ну давайте я. Давайте. Так это, чтобы меня видели. Отлично. О, отлично. Молится. Ну так еще бы. Запасы не плачут, вот эти. Ну, вы тут лучшая мастерица считаетесь, да, Клара Ивановна? Здесь. Ну, так-то с орешки-то я, да, вот мои. Как? Ну, теперь, о, он мне сейчас. Лидерка. Лидерка. Это что, Лидерка? Лидерка, он мне сейчас. Лидерка. Сейчас я такая лакса. А ничек кормить? А русские приезжие тоже у вас покупают одежду, да? А, покупают, ага. Или в Тулу походят? Почему они ребятишкой покупают себе? Покупают, да? Конечно, но здесь, говорю, вот такие морозы, никак все равно оденешь. Как бы там, действительно, форс-морозы не боится. Да. Да вы что, потом красиво, тут форс, вот самый форс. Все такие красивые ходят. Ой, это вот, я говорю, вот апрель или март приезжает. Все это хочет. Ну, как красота. Это пояс из бисера, да? Из бисера. Сколько мальчик себе. Шапочка песцовая, да? Это соболиная. Да, соболиная. Ой, богата шапка. Да. Ой, красавица какая. Да, точно красавица. Ага. Ой, замечательно. Ой, красотуля. А парка надолго хватает, да? Ну, уже, вы видите, маловато уже стало. Ну, маловато, да. А так, в принципе, она долго живет, да? Долго, но.
А это малица, это как бы... А, это малица, на улице бегать. Красота какая. Пройдитесь, красавица. Угу. Повертитесь. Вот. Иди сюда, тоже так развернись, чтобы спину твою видать. Угу. О, поворачивайся, поворачивайся. Здорово. А спинкой? А что там? Спинка еще спинка поверни, повернись. Там у нее капюшон такой. А, вот капюшон. Узоры красивые. Ну, действительно, ничего не страшно. Да. Ну, кто будет, где будете показывать? Ага. А покажи там внутри. Что вы тупая? Твои пальцы. Нет, здесь лебедь и заяц. Слушай, давай, покажи. Вот так выверни немножко, интересно. Вон там и лебедь, и заяц. Это не из оленя делают, да, малец? Ну, из оленя и мальца тоже делают, просто это. А это детская, да? На улице носить. Ага. А шубу снизу, потому что это они быстрее же, они сами мокнут. Вон тут, левая красавица. Которая из чужей вылезает. А что, быстро, хоп, и все. Да. Когда уже вывернешь. Да. Да, красота у вас. И что, прямо в каждом доме вот такая одежда? Почти. Почти, да? Нормально. Тогда еще ничего у вас. Поселки. Знаете, вот там в Селькупском районе, там иногда одна-две мастерицы на поселок. Еще говорят, вот она еще умеет шить. А так уже мало. О, где вы? Вот. Один. Мам, что вот еще. Подожди. Они фарковские или нет, или есть Анисея. Ну вот я знаю, что Николай Петрович, он из этого, из Ангутихи. Тоже Кусамин. А вот еще тут Кусамин же есть у вас в поселке? А вот продавщица. Да. Его уже какие. Ну она тоже с Ангутихи, я знаю. Муж-то. А, ну Иван, точно, Иван Фарковский. Ну он тоже Фарковский. Да, 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 да. Это с ним мы говорили, вот да. А вот и больше и нет Кусамина вообще, да? Все. Есть еще одна на Момчике, тоже Кусамина, она тоже с Фарковки. Тоже Фарковки. То есть Кусамина это все Фарковские фамилии, а здешние вот только без руки, да, которые... Тут Яна в станции. Но Фарково же далеко, да? Это что, они прямо из Фаркова до Момчика? Нет, почему? Просто как то кто поступил, но это работать или все, ну тут и замуж выйдет. Ну понятно, ничего. Так. Ага. Понятно. А на Момчике там все тайга, да? Где? Тайга, ну озеро. Да, и там рыбачили. А вы когда вот в лесу жили, вы в чумах жили или в ингушках? Есть слово враг? Нет врага. Нет врага. Это так слово спецслово. Да? И еще вот война слово тоже спрашивала, я там не могли найти. Война. По-ивенкийски. Я не знаю. Сказка о бычике. Ну, надеюсь, я чего себе молоде. Артесия гурко. Ладно, другого гуся. Мобку минду яка. Талуя, печь и ладила. И чего тебя гуся? Я иду бисину талуя покажу. А я гунка. И чего тебя гуся? Урко кача, и чего тебя гуся? Талумая, синдука я мне талумая, я гунка. Мальчис. Мобку минду мальчи талумая. Видарит, я гунка. Печь и ладила. А бисину мальчи мани будет, тимана. Ну и гуруся, буча дали чего тебя надо. Мальчи и талумая. Рукокоча, ну ручай джула и печь его талу, талу мальчего не чекли. И талу, талу диглача ева, печь его. А и чекоча бедный, на улице,
да натальча, чикары сильче удели на нынешне. А мы ча урка кандала долго гуча. Урка кача. Мопка минимальча вела на час. Да он гача чейном и ванана ся буча на анде. Да натальча чейном. Уча бича. На нынешне колдатыки. Бие ее мыча мало. Таду куруденде. Конкон на камалми, и камми, а там на натара. Ну и че кача хуруча. А кули екунка. Кулак кунбича, муду. Ненадеся, ненадеся, конкопки, конкопки бича, донаточа тарини. Тарнаила и копкольча. Албача копкольчим туда донатока куча. Ну как там они, мальчик встретил этого. И че кача. Другого. Попросил его этого. Чтобы... А меня с мальчиками. У него бересты надо было мальчику. Ну, берестяной взял эту у чикачи. И печку растопил. Печкой этой бересте растопил. А этот и чикача пришел ночью к ним, говорит, где мой мальц, куда дел мой мальц? А то взял воду, намотил. И чикача замерз. Точно. Ой, как здорово. А это тоже вот что-то. Тоже. Это у нас вот это вот олени. Олени ага. Видели когда-нибудь? Я видела когда-то. Нет. Давно вот в Красносельковском районе. Вот это вот олени, это у них рога у нас. Так, это понятно. Да, ага. Это олени. А вот эти потеряли свои рожки где-то. Они рога нету. Они бывают же олени без рогов? Да. Вот они тоже потеряли где-то вот. Есть так. Маленькие вот так вот. Тоже олешки. Олешки, да. Это а вот. Это что такое? Это санка у нас такая вот. А, санка, ну, понятно. Похоже, вот, да? Санка. Вот. Похоже, правда. Можно найти, вот, действительно. Угу. Санка. А вот это, о, ну это как-то... А это вот горы, как будто бы там. Горки. Ну, горки. Там. Да, 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 да. Угу. Какой хороший. А вот эти вот человечки какие, мне нравятся. Вот это вот. Из косточек, да? Из косточки одеваем их так. Фу, здорово. Ой, какие косточки. Вот это вот косточки. А вот какая, смотрите-ка. Вот их одеваете. Бисером обшиваете. Шкурками надеваете. Вот так. Здорово так. Слушайте, такие игрушки шикарные. О, куда лучше этих Барби-то. Ну, у нас Барби вот такие. Вот у нас семья Барби. Только мы вот там бежим. Ну, Барби тоже домик там есть, у нее все есть. Вот у нас тоже вот. Только чум забыли поставить. А, без чум. Это наши это самые дровишки. Дровишки. Игру свой есть у меня магазин. Игру с магазином. Александр Ильич приходит, к примеру, потому что тоже такие есть мешков. Я на него все. Сам берешь? Он прямо один везет, да? Да, вот Нарта вот лежит, вот Нарта лежит. Ты. Он все возит у меня. Ой, какой. Вера Николаевна командует, а я помогаю ему маленько. Ему, да? Ай, молодец. Чучин? Чучин? Ну, он крепкий пёс. Вот мы его и балуем. У меня еще. Молодец. Вот мы его и балуем, и кормим. По пьянке не бросает никогда. Где я, там его, по пьянке.
Ну, про 100 грамм шли пустить. Лежбище собак. На солнышке. Конка тонга и колем и колем, оранглачен уктилим, уктилим, уктилим. Все больше я про речку, про реку Потканая Тунгуска поется, значит, ага. Как я это, как она, какая она бурная, как олень бежит. Бежит, как оленя. Такая бурная речь. Здрасте. Мы тебя вчера в фильме видели. Это ты там была, да, Ален? В фильме, да, про интернат Фаркова. О, видишь, мы тебя сразу узнали. Ты у нас кинозвезда. Кружок. Проходите. А, нет, это дочь. Прям. А там она на полу. Проходите, вот тут дверь встаньте и снимайте. Идите и снимайте. Ну, давай вот так. Так, почему еще когда шей до сутовой, да, люди? А потом вот здесь тащешь, потом перевернешь голову. И вот такие уже раны были, а? Только аккуратненько, а? Ну и потом я лаву тоже здесь, середину он вот туда кладенький. Отмечи, да, ручка. Печертики на один. А потом на один, ты уже там ромашечку. Только сядь удобно. Ой, вы бы видели, как это близко. Да? Конечно. Ну почему вот я начинаю с себя первый раз с этим заниматься вот этим вышиванием скорее. Uh-huh. Потому что, во-первых, это лучше научиться быстрее вышивать, чем это плести. Легче, да? Легче, да. Uh-huh. Не легче, легче-то плести, то лучше легче. Uh-huh. А вот вышивать тяжелее. Uh-huh. Во-первых, это у нас еще иголок не хватает. Когда вот плечешь, надо две иголки нужны. Uh-huh. А вышивать одну? А вышивать... Шея была вся, и вот вокруг глаз все распалилось. Uh-huh. Ужас. Так, с непривычки еще? Ну, не с привычки, конечно. Ну, вот, у нас вот первое, когда комар падает, да, ага. Бывает, ребятишки скусают, аж вот это лицо не хватает. Во-во-во. Самое, когда первый комар. Во-во-во. А потом уже это все проходит, видимо, уже дети ну, уже как-то адаптируются. Уже, ну, да. И да. Все уже не кидает. А когда у вас первый комар падает-то? Ой, у нас в июне, конце июня. Конце июня. Ну, вот, да. И весь июль такой комаринный, весь август и сентябрь бывает. Сейчас. А в начале июня еще нет комара? В начале июня, вот, здесь Сочи целый. Благодать. Да? Пока без комаров. Да, пока без комаров, ребятишки этих шортики, да все так бегают, ну, платьишко без рук. Как комары стали, все эти платки и там, чё, кто ой, что ну может. Ну что ж, а тут у вас такой крутой комар, да? О, страшно. Здесь даже вот, когда и жарко, и мошка, и все на свете. Да, ой. Да, вот это никакой жар. И тут ягоды. Что переводить? Если можно, да. Сейчас послушаем. Сейчас вот Оля снимет красоту вашу. Вот угу. Прямо вот все на столе. Всех снять. Угу. Угу. Сказительница. Ну, всегда вот ножны. А? На стеночку. Ножны, вернее. А ножны. Красиво. Это у нас мастер Оксана Николаевна Сайгутина. Я вот это шью с двумя руками. Ой, с двумя иголками. Ага. Одной иголкой бисер вдеваю, а второй иголкой прошиваю свои. Так, ну вот и сделайте. Что-нибудь, чтобы нам это было видно, как это все делается.
так и шьется. Угу. Так, это произведение искусства. Здрасте. Ну, хорошо. Ну, куда вы нашли? Ну, меня не фотографируйте. Да. Сейчас всех. Да. 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 Миленькая. Ты хорошая собака, что ж ты лаешь-то? Да. Кто рухается в речка? Никто. Вот, видишь, по ксе тут. А я кто больше? Я не это как-то. Ну, плавно говорит. Ну, то же самое, что через. Сейчас я люблю тут. Или общественность требует. У учеников. Не поняла? Общественность требует, чтобы увезли учеников. А вы тоже администрацию не знаете спросить? Зима наступает, лед идет по реке, шуга. Чем дальше, тем холоднее. Лодки вынули из реки, вот так.
интернат. Андрей Мичат, Ирканин, Гутен, Харнайчел, Бая, Харнайчел, Ичичел, Джу, Ричерам. Ичел, Джу, Лада. Тату Харгил, Индишел, Ачел Харашел, Тар Харгил. Ичел, Гуту, Варамашел, Атерканин, Ирканин, Дипунджер. Коби, Гуру, 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 Тиркани горуча, худова ромача вонка дувар. Джувар не галича, а тиркани горуча. И чига нако худова джумуджир, а тиркани тиркан хурурон дайчир. Каланда ты ngala каланд танджир. Худокан мути не джерак. Джу саланджир. Хуру и чира да. Аман мочал, аман чал, амка дума. Дилмакан и ейвка. Чурка канма начал, и хакуча сверху, и раксат. Потом буя гуча атерканда, атерканин галча, кашалда долба, атерканин гунджир. Когаранага удук, муну джобджир, орчаниты уду биджир, харгил. Атерканин гунджир, когаранаджига, харанальча, кашалда мукон. У нас Ольга Сергеевна Парфенова. Ольга Сергеевна Парфенова у нас в тундре. Все? Еще раз нажму. На что рек написано? Вы уж, наверное, думаете, что вертолет. Ну, я думаю, за нами спецрейс. Может, здесь включили. Десант. А нам чего не спецрейс? Спецназ. Точно. Thank you.
поселок Фарково Туруханского района. Речка Фарковка впадает в Турухан. Мы идем в гости к Кукушкину. Пальцев брать не будет. Интернат будет сдавать все время. То есть весь месяц, да, будет? Да, да. И туда в поселок не будет? Почему мы приходим? Не сход с нами, тоже бы сход сфотографировали. Ну, снимите? Давайте. Давай. А то вы нас не снимете. Да не бойся. Вот мы Димаку разложим. Вот сюда можно. За дружеские беседы можно. Чайку сейчас организуем. Конечно. И понимаете, нет, это нас приучили сами же вот русское население. Раньше как было? Коллективизация. Значит, всех вот хотели в лесу, кто жил, с оленем, да. Это русское, русские, они сами же это все вначале. Вот всех тянули в деревню. А все одну жизнь, вот. Правильно, да. Правильно. Вот это все, правильно, да. Палата у людей, да, была вот тогда, тогда все, тогда начали и шаманство там в 37-м году, да, давать, и все. Все, и сживать эту культуру, там, правильно, культовые вещи сжигали, там все, пошло, когда все. Да. Это же, ну вот. И потом я еще, когда... Не разрешали, да, даже по сутку говорить. Да не разрешают, ну, что-нибудь. Чтобы интернат не... А потом тут я в совете работал, я же председатель сельского совета еще тут проработал. Ага. Да, отец был по национальности. А мать? А мать селькупка. А родной какой у вас язык, селькупский или кетский? А, ну, селькупский. Я как, ну, отец у меня это, потом с 37-го года сюда переехал, он на Енисей, сам на Енисей, Кукушкин фамилия там вот. Да, это не селькупская, да, фамилия, это не селькупская, это нет, точно не селькупская, это да. Это мы сорожку прицепили. Сорожку? Да, сорожку. Красноглазый. Водите себе эту сам. Много этих сказок. Чика, Света Курала Кына. Кура там. Ты бы читал на озеро. Озеро на ты, то тут же. Озеро там Маргайка. Ничего. Ну нет, ты читал Лиза. Ну, карт. О, озеро на тут. И да. Я не пишу, ну, жа. Ну, да лагали, буду как тут. Я курал, видите, как ну, кажа, тату угод лага сейчас. А в озеро, нет, то угод лага сейчас. Ну, в озеро. Лага, чара, то марка, кейба. Ну, да. Согласен, ну, мы. И я кызика маты то как ты глядь ты мот по. Когда то буду как ты. Я выгоды. Они ну, и я ай чапки. И я кызика там маты ты то как глядь ты мот куда как ты. Вот хуйня. Там же ничего не готов. А? Ничего не готов. Никуда ты куда шел? А в озеро сумаку. Ум тут. А никуда сам? Да. Там ты им до озера маты, то он гляду мот по. Куда готов? Там же ничего не готов. Ну, в озеро уже кыса. Там раз мог кыса. И я кайчи готов. Возле родники, альбят на уколсы, альбят токас. Альбят токас. И там ты нахлынул.
Крюкова Варвара Максимовна. Кусамин Игорь Иванович. Изечарела чаптеат на могуне этом. Илбот. Старик со старух. И могода и дира года для тилбот. Либо не мог это. И это не. На Иракута на это Ича. Ича это как бы одна. Ича на это Илбот это. Коскал Илбот. Когда он пока шевелился, упал слабость. Ильче суруб, чал, такой медведь, как одни кости, ничего нет. Вот так убить. Как старуха там ходила, 300 метров, наверное, там спал. А, так, такие дела были. Как тебя зовут? Настя. Настя? А фамилия твоя как? Да? А тебя как зовут? Да. А фамилия твоя как? Ой, нагролдит в нём. Да, чётко. А, ой, похоже, что он 4.30 подходит, а 5.30 уже отходит. Да, наверное, посадили, наверное. Да. Даже близнечок.
наш близняк, на котором мы поедем в Аклай. Нарядная ванна возвращается домой. Давайте в Московск. Да. К своим студентам. Да, чтобы студент не расслаблялся. До свидания, Туруханск. Он подозревает, что из стороны лучше, потому что городская черта. А тут тоже неплохо. Здесь дебаркадер. Только солнце немножко. Я вам не мешаю сейчас. Деревня Бакланиха. Это детский садик, в котором мы живем в Бакланихе. Костюм дин, бишь. Вот такая у сидака, блин. Вот такая кисем сидака, мы овин. Овин. Нет, Мария. Мария Алексеевна. А по фамилии Мария Алексеевна? Максунова? Максунова. О. Как-то вот сейчас мне не нравится жилье кетов. Да, да. Ну, как-то не эстетично. Не похоже вот на те человека, в которых я вот выросла, в которых я жила, сделанные были. Каждый год мои тетушки шили новые тиски. Делали еще береста. Делали из береста, да, они называются тиски. Из береста сделали, целые полотна сделали из береста, шили. Каждый год. Так, потому что эти тиски новые шили, работы и нас, для нас хватало, чтобы сделать тиски, шить это очень такая большая работа. Да. Это же их надо обрабатывать каждые, их надо кипятить, варить, и чистить, и шить, и все эти полотна. Мы делали каждый год, поэтому у нас как белые лебеди на песках стояли наши чума. Зиму учимся, лето-то все равно домой печем. Ну, в таком возрасте уже мы работали, нас заставляли работать хорошо. А в детстве вы на каком языке говорили до школы? До школы я всегда на русском языке. Всегда, да? Да. Я очень-очень редко говорила на своем языке. Ну, очень редко. Очень редко. А с кем? С отцом, с тетушками. Смотри, голубец, сюда. Есть? Боится я ее. У меня там братья и подруга есть, это,
Катя Калина приехала. Да, дети, по-моему, Калина ее как? Августа Васильевна. Сегодня похороны в селе. Хоронит молодого мужчину, 25 лет. Мака помощь мукту помнить. Михаил-то сам на апам на порге мачохан. Порге мачохан кунне там сам. На порге мачин логон нынде. Пу. На пухан. Утекотен кампием. Кампием. Ну на пун на матч сыгал годен на матч матчанте. Калеш, шунгунду кода, кода бин, кода ханена бин, луктуп ал юопа, дыл дага луопа, дыл тун даголи, даголи, бангалин, кода, кода анун дагал бин, контуно, тун даголи, тун обутет колиен, калеш, туды вилтаны, Обут айколды, бене бам, шунгулды, дени бэчи. Айк обут колды, калеш, тамаши шунгулданы бэчи. Ушко овон, амдэмы гиндэш. Матери рассказала, и потом все-таки он попросил, что мама, давай, все-таки мы будем жить вместе, и нам будет легче и лучше. И мама подумала и решила, что это самое правильное. Говорила Зоя Максунова, Зоя Васильевна, ишь. Ишь? Ну, ишь, это... Они наши больше, да. А зятю уже 100 лет не нужно. Ой, беда, дождь. Дождь. Вот это дождь-то. Конечно. А то Ольга-то. Вот нас на лотол, дядя Паша, и мы тони. Некоторые-то жили хорошо,
у них олени чему-то потом под низом еще кого-то. А у нас кого? Брезент или что ли? Холодина градус 50, наверное. А костер такой палочкой накладешь, вот такой палочкой. Дым, глаза яс, тут горит, а тут даже и теплом-то не воняй. Такие кружки. И ни под себя, ни на себя ложись спать, голодный-холодный. И по-честному сказать, ночью не спишь, голодный-холодный, утром встал, если полбелка сварила, вон ведра. Ведра, вон нормальные ведра. Белок три сваришь, соль нету. А чтобы туда это макарон тупо ложь, это я поменяю. И соли нету. Одну воду хлебаешь, она не отзывается ничем. Но три белка сваришь, ведро такого. Полбелка съел, и на целый день идешь в лесу поешь. Придешь домой, уже отец какой был охотник. Две-три белка. А птицы не было никакой. Ни тетя Соболя навал. А раньше ни Соболя, ни Сахата, ни диких оленей. Вот так ничего не было. С такой жизнью, как жили, я не представить себе не могу. А потом аргышиш, одевать нечего. Аргышиш, отец впереди, он едет, ведро с собой. Впереди приедет, воду сварит. Мы сзади приедем, замерзнем, дрожим. Это воду, одну воду хлебаешь, пьешь, чтобы отогреться. Отогрелись, потом снова садимся, опять едем. То мы сдал долгие. Там были более так какие-то кубы ты отхаешь подумать. А узко уж более утен, какие-то табелем булем. Какие-то булем обеданным, кровь отбежит, шулян уаган, по камням ходить такой даль, тошить. Эй, балибина, вода, бафля, воля, вода, ау. Эй, басяна, садьбы, нанде, воза, там, ау. Сяна, садьбы, нанда, ау. Ау, леги, тун, ау. Сяна, садьбы, нанда, ау. А еще какая-то была, такая шутливая какая-то. Отанный царик, 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 нельзя, коим утулянял дуганду, коим утанная рапота, на коим утулянду гуду, на генду куа, нельзя коим утулянял дуганду, коим утан. Боже, будь чутиком.
на этом Олежка Андубулун. Камара Олежка Андубулун. Хе, погадай, то на водосанай, ологонна, ай. И вода борода, и то не вода долго, он дай. Поселок Сургутиха. О, падаю! Сельсовет в поселке Сургутиха. Потом кричат, что ой, мы, наше поколение, кому аут их самки. Сами мы жить не хотим. Бон, там аж, бон, не так. Вот. Не, там аж не хотят, не хотят. Бинам дал, ничего не. Смотрите. Бадил мы же тут же бадульгу ты. А на Лиме он жил. Кидак что? Богато. Бонит потом. На таянном курдотене цирик, не найдёте на руку такой мутун, цирик, найдёте на кой мутун, найдёте на кой мутун. Детский сад. Сельская школа. Девочка, здравствуйте, с праздничком, смотрите. Сегодня с самого утра дети по всей нашей стране идут очень красивые, нарядные, идут в школу. Я поздравляю и первоклассников наших. Сонечка, поздравляю наших новых первоклассников, которые сегодня пришли в школу. Я надеюсь, они станут у нас прекрасными учениками, умными, смышленными и послушными. Да? Хочу поздравить всех ребят, кто сегодня вот находится в нашей школе. Поздравить с новым учебным годом. Желаю здоровья. Не болеть. Желаю всем нам пережить новую зиму впереди. От река Тат, река есть река Сырта. Ага. Вот там в этой речке я по этой речке, где они кочевали, мой отец там. Ага. Жил вот там отец вот, и вот там я родился, река Сырта. Да.
Да. И меня и назвали Ширтоле. Ну так и мандыбам, кршешенке тильдернан, и ту так и мандыбам, мечап кошка рукой, я помню на меки, Вокалия горгуляка, мокнеки хыдрам, ина итедету, уто итедету. Лидер отечественных производителей телевизионной техники. Ну, где-то у меня по-индийски, может, что-то не получится. Моча, терганинитин, окер. Болезни мугильчал, городский мугильчал. Домоточильча. Вот муги были собирать, а? Джувар, Нигалну, Такуча. И Такуча. Зоя Михайловна Сутлина. Говорит по-кетски. И так камет. И так камет. И шхурина канарель. Например, мясо. Кайр так кайбит. Кайр хыримит кайбит. Адбол бон, цаль долбит. Хоты бон, айт цаль долбит. Калинат все солдат, все солдат. Хай-хай, хоть и дейтур. Дичко, йог, а тай гуон. Дичко, хоть бис. Ну, все есть. А гуон, ножка? Это да бон. Мы надоем, говорит, и то. А у кызьми да лор? Ха, бада, ушка бада гиро, и то. А мне бэн дейтур? Бабили бы дейтур, бабили бы дейтур, шурили дубы, или били. Дуток. Дуток, хан дай, гаш. А ну, вертолет потом, иди до куни. Откал потом, гейту, а не буду. Больше, когда кулитишь, кришна. Нос, скажи. Тип, нос, нос. О, глаз. Здесь. Здесь. Волос. Хигдель, кенгель. Волос, ты. Ложи. Олег, скажи ложки, скажи. Боль. Рыхт. Нога боль.